В отделении на улице Центральной не только оплачивают услуги и отправляют письма. Здесь расположен и пункт выдачи посылок. В день сотрудники почты сортируют их до 10 мешков. Все данные вносят в компьютерную программу и затем отправляют извещение получателю. Сейчас этот вид почтовых отправлений вновь набирает популярность. И на почте говорят, писем меньше, коробок больше. По сравнению с прошлыми годами, конечно, теперь уже, как говорится, телевидение, смс-сообщения и тому подобное, но письма, они актуальны. Не в таком количестве, но пересылаются. Очень много теперь почтовых отправлений страховой почты. Это получило распространение такое за счет международных почтовых отправлений, потому что теперь можно по интернет-магазину заказать товары с любой точки нашей страны, и вообще все, и Китай, и Сингапур, откуда только не идут, поэтому почтовых отправлений очень много. В век информационных технологий новые услуги своим клиентам предлагает и почта. Во всех отделениях можно полистать каталоги белорусских товаров и заказать бытовую технику или одежду. Новая услуга каталожная. Производители нашей республики, да, она очень актуальна для сельской местности. Не надо выезжать в районы. Пожалуйста, по каталогу заказал, все, кастрюльку, ведро, одеяло, это супер. С полным ассортиментом можно познакомиться на сайте почтового интернет-магазина. Доставка в короткие сроки. Зачастую цены ниже рыночных. И это далеко не все, что может предложить почта в современном мире. Сегодня представление о почтальоне немного изменяется, и у нас в Беларуси появился почтовый курьер, который не только доставит по адресу отправления, но и отправит их вместо клиента. Многие организации нашего города уже пользуются пакетом услуг «Почтовый курьер каждый день», который включает в себя прием, доставку почтовых отправлений в офисе клиента. Мы привезем бланки строгой отчетности, товары, которые заказывают через почтовый интернет-магазин. Но также почтовый курьер приезжает не только в организации, но и к любому жителю нашего города. В отделении связи по улице Центральной работают 25 человек. И у всех весьма напряженный график. В почте работаю очень давно, почту люблю. И ведь в почте работают супер люди, терпеливые люди, потому что каждый раз нужно переключаться, каждую секунду, каждую минуту переключаться на новую услугу. Поэтому почта – это все. Без почты никуда. А вот просто можно прийти и посидеть, полюбоваться на витринку, пообщаться с нашими операторами, которые работают, я считаю, на уровне, те, которые любят свою работу. Всегда приятно видеть улыбку на лицах работников почты. А сегодня эти улыбки появлялись все чаще. Поздравляли с праздником и посетители, и руководство. Всех с праздником. Праздником замечательный, потому что почта, это я считаю, супер. И работают люди очень достойные, поэтому всем терпение, без него никуда. Здоровья, благополучия в семье, ну и радости, улыбчивых клиентов, которых мы любим, ждем.